Всем привет! Как у вас дела? Решил записать такое видео. Сделал себе чаек. В общем, чаек вот такой вот. Называется. Сейчас покажу. Indian Tea. Индийский чай. ДСТУ. ДСТУ 71-74. Байховый дрибный. Это вот чаёк уже готовенький с него. А так смотрю. Смотрю программку. Мобави фото. Редактор. Как сделать? Плохо видно, наверное. Посмотрю, в общем, как вырезать объекты в фотопрограмме. Менять фон. Хорошая программка такая. Movavi Photo Edition. Фоторедактор. То есть. Хорошая программка. Все понятно, если на русском языке. Так, ребята. Или использовать другое изображение в качестве фона. Нажмите добавить изображение и выберите. Это то, чем я занимаюсь на парах. Либо любую другую картинку сохраненную. Уже одну такую фото себе сделал. Себе на Facebook отправил. И, кстати, баннер YouTube себе поместил такую фотографию. Сделанные в этой программе Movavi Photo Edition, фоторедактор, то есть. Все. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы узнать о выходе моих видео первыми. Всем спасибо, всем пока.